Пожалуйста, кто вам приказал это сделать? Так, это Минское ресничество. Минское ресничество, имя, фамилия, бумага. Слушайте. Послушайте, пожалуйста. Звоните туда. Зачем вы это делаете? Деревья лечим, надо убрать. Вы не лечите деревья, вы калечите деревья. Это кору я не снимаю. Это здоровая кора, это здоровое дерево. Оно живое, ладно, абсолютно. Вы поняли, кому обращаться надо? Нет. Имя, фамилия. Чья? Того, кто вам приказал это сделать. Пожалуйста, давайте не будем нагнетать ситуацию. Слушайте, сейчас сюда подойдут еще люди, не надо этого делать. Не нагнетайте, только не нагнетайте. Хорошо. Просто либо вы это прекращаете делать, либо мы вызываем милицию, и вы говорите, кто это приказал вам делать. На самом имя, фамилия. Я называю Минское лесничество. Да, имя, фамилия. Я не винна вам были выписать ордер, написать, как это винно было, то, что вы зараз робите, это все незаконно. Вы робите дрель. Преступление. Неправильно, не по закону робите. И не по-человечески. Вы можете идти до их назад и попросить, чтобы они вам выдали документ. Может, вы скажете, чтобы у вас нема документа на то, что вы робите.